Всем привет! С вами Екатерина Юрочкина. В этом видео я вам покажу, как взбодриться с помощью энергодыхания. Вы проснулись утром, у вас абсолютно нет сил, а нужно идти работать, нужно что-то делать. Кофе, допустим, вы не хотите пить, и вам нужно как-то взбодриться. Что я вам рекомендую? Но первое, что я вам порекомендую, это контрастный душ. Делайте контрастный душ, и вы тут же почувствуете, как вы взбодрились. Ну и второе, что мы сегодня будем делать, и что я вам буду показывать, это энергодыхание, практики энергодыхания. Вместо чашечки кофе лучше всего продышать, сделать какую-то дыхательную технику. Это будет намного здоровее и эффективнее. И сегодня я вам покажу две дыхательные техники, которые вы можете делать первое по утрам и второе на голодный желудок вместо чашки кофе. Я эти техники делаю каждый раз, когда у меня упадок сил, нет настроения и мне нужно взбодриться. Итак, начинаем. Первое упражнение. Становимся, ноги на ширине плеч. Это упражнение называется энергетический душ. Вы можете это упражнение делать сидя. Если, допустим, вы не очень себя чувствуете, вы можете сесть и делать это упражнение сидя. Я вам буду его показывать стоя. Итак, становимся. Ноги на ширине плеч, руки перед собой. Локтями мы будем ударять себя в грудь. Когда руки будут отпускаться, мы ударяем себя локтями в грудь. На вдох. Мы выстреливаем руки наверх, растопыриваем пальчики. На выдох у нас руки падают, и локтями мы еще как вот так вот себя стучим. Вот попробуйте сейчас так просто поделать. Стучим себя, ударяем себя по груди, по ребрам. Еще раз. Выстреливаем руки наверх на вдохе, на выдохе вниз. Вдох. Обязательно ладошки раскрываем как можно шире и на выдохе стучим себя по ребрам. И давайте сделаем так 10 раз. Поехали. Закончили, подышали. Может закружиться голова. Если закружится голова, посидите, походите, подышите, восстановите дыхание и заново делайте. Давайте теперь попробуем сделать это же упражнение, но не 10 раз, а 20. Готовы? Поехали. Подышали, восстановите дыхание, почувствуйте, как энергия начала подниматься. Я вот сейчас ощущаю вибрацию в руках, чувствую, как энергия циркулирует по моему телу. И давайте сделаем еще один раз, 20 раз. Чем больше энергии вы хотите привнести в свое тело, тем быстрее вы делаете. То есть можно сделать вообще быстро. Но мы так не делаем. Мы делаем достаточно спокойным темпе. Готовы? Делаем еще 20 раз. Начали. Закончили, опять подышали, походили, восстановили дыхание. И сейчас я вам покажу еще одно упражнение, разновидность этого упражнения. Но вы теперь будете выстреливать руки не наверх, а вперед. Готовы? Делаем 20 раз. И
И закончили. Итак, друзья, мы проделали, изучили, как делать упражнение, которое называется энергетический душ. Вы поняли, что его лучше всего делать с утра на голодный желудок для поднятия энергии во всем теле. Делайте это упражнение каждое утро. С вами была я, Екатерина Юрчикина. Если вам понравилось мое видео, не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайк, задавайте любые вопросы. Всем пока!